кольцевую дорогу на Санкт-Петербург сдали 4 года назад. И за это время обозначилась серьезная проблема. В Химках в районе улицы Совхозной песчаный берег стало размывать, и до одной из колонн оставалось буквально 5 метров. Властям пришлось в срочном порядке решать вопрос, ведь по М-11 каждый день идут огромные потоки машин. В нашем распоряжении оказались фотографии, сделанные на месте обвала грунта. На них отчетливо видно, в какой опасной близости от несущих конструкций появился размыв берега. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить людей, власти приняли срочные меры по укреплению береговой линии и ликвидации воздействия сточных вод. Именно сточные воды, которые стекали с дорожного полотна, и послужили причиной аварийной ситуации. После того, как эта ситуация была выявлена, на месте проработала комиссия, в составе которой были представители канала имени Москвы, Росавтодора, который эксплуатирует этот участок трассы М-11, представители администрации. Эта ситуация была выявлена, зафиксирована, и как раз работники Росавтодора, да, в настоящее время сделали вот то, что мы имеем. Они укрепили склон, они сделали новый слив, они положили георешетку, здесь засеяна трава, то есть сейчас как раз ничего не угрожает безопасности ни микрорайона, а также автолюбители, которые движутся по трассе М-11. На данный момент работы уже практически завершены. Сотрудникам ремонтной бригады осталось малое – доделать декоративные элементы, украсить обновленный берег каменной кладкой.